коронавирусы МЕРС, погибли уже 32 человека. Более 180 заражены. Их семьи, а также все, кто за последнее время контактировал с инфицированными, помещены под карантин. Помочь больным врачи пока не могут. Вакцина до сих пор не разработана, а симптомов на ранней стадии вируса нет. Первый случай заболевания на территории страны был зафиксирован 20 мая. Вирус занес гражданин Южной Кореи, вернувшийся из поездки по Ближнему Востоку. Кстати, совсем скоро, в следующую субботу, в южнокорейском городе Кванджу начнется универсиада. Задачу полностью защитить российскую сборную от вируса ранее поставил министр спорта Виталий Мутко. Медицинский штаб, цитата, «не должен расслабляться».